Ну а сегодня, наконец-то, поступление всего семейства сабовых мощных динамиков от компании Daily Audio. Сабовые динамики, которые станут номер один по продажам в 2021 году, это уж точно, под названием Phoenix Black Bass. В прошлый раз у нас приходили десятки, мы о них много рассказывали, а в этот раз приехали двенашки и пятнашки. Феникс Black Bass — это тот же Феникс, только на минималках. Самая младшая и доступная модель сабовых монстриков. Номинальная мощность их составляет, вот на примере двенашки, 700 ватт, друзья, честная причем. При этом довольно-таки мощная подвижная система, мощнее, чем у многих конкурентов. Очень вкусно выглядящий сабовый динамик. Диффузор у него идет целлюлоза и очень крупный толстый подвес. Вы посмотрите, какой он губошлеп. Самые губастые эти сабовые динамики в своем бюджете. Штампованная корзина с вырезами, да? Daily Audio. Мощная, даже сказать, мощнейшая магнитная система с хорошим охлаждением в магните. Также, друзья, хорошие подводящие толстые провода с жимными клемниками. Звуковая катушка, честная, у этих сабовых монстриков составляет 3 дюйма. Также, что, друзья, радует, данную сабовую динамику для создания ветра и мощных низов не нужен мощный моноблок. Достаточно запустить где-то от 1,2 кг или от 1,5 кВт моноблока. И при этом довольно-таки при стандартном питании. Это саб раскроется на все 100%. Еще забыли про упаковку. Если, допустим, будете заказывать эти сабовые динамики, они также приходят и отлично упакованы. Вот на примере пятнашки. Двойная коробка идет. Внутри пенопласт. Обязательно, кстати, фирменная наклейка Daily Audio. Еще подарок Ванючка. Напоминание о хорошей, приятной покупке. Давайте достанем и посмотрим. Все упаковано. Если будете заказывать эти сабовые динамики даже через, как в кино, через Эйс Вентуру или Почту России, поверьте, они до вас доедут в целости и сохранности. Ну и вот пятнашку давайте достанем. Смотрите, какой это губошлеп. В свой бюджет, также из пятнашек, губошлеп мы реально не видели. Какой у него ход. Тоже мощная магнитная система, мощная корзина. Ну и по ценовой политике давайте. Десятка у нас, в прошлый раз мы рассказывали, 8500 стоит, 9000 рублей она стоит, двенашка Феникс Black Bass, ну а пятнашка стоит 10000 рублей. И, скорее всего, эти реально сабы будут вне конкуренции, в наличии. Мощная